29 марта 1942 года в Москве в колонном зале Дома Союзов прозвучала 7-я Ленинградская симфония Шостаковича. Эта музыка по сей день является символом стойкости советского народа. Композитор начал работать над ней летом 1941 года в городе на Неве, а премьера состоялась в начале марта 1942 года в Куйбышеве. Работники культуры вместе со всем народом помогают Красной Армии громить врага. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю свою 7-ю симфонию, писал Шостакович в газете «Правда». До победы оставалось 1137 дней.